Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сегодня я хочу остановиться на пункте 16 нашего сайта, посвященного странице нашего сайта, посвященного автоматизированным методикам. Здесь под пунктом 16.4.2.16 находится так называемая автоматизированная система АЭС «Лаборатория психофизиологического обеспечения» или ЛПФО. Мне задали вопрос, и я отвечаю на него. Это не отдельно взятая методика, уважаемые коллеги. Это некая оболочка, которая позволяет объединить все остальные предлагаемые нами методики в одно целое, создать некую программу обследования, стандарт обследования для определенного количества контингента лиц. Ну, предположим, вы исследуете на предприятии, я не знаю, там, водителей, транспортников. Вот и создали для них определенную систему, включили туда методику MMPI, Домбору-Бинштейна, реакцию на движущийся объект, интеллектуальный какой-то тест и так далее. Набрали вот этих методик, как правило, это 5-7 методик, включили их, поместили в эту оболочку, у вас там стоит 5, 6, 7, 10 компьютеров, и вы, соответственно, по этой программе водителей всех тестируете. Приходят к вам утром, допустим, 5 человек водителей, вы их садите за компьютеры, и они вот по этой некой схеме, по этому алгоритму, который вы уже заранее подготовили с помощью вот этой автоматизированной системы, этой оболочки, вы им предлагаете, они последовательно эти методики у вас проходят. Вы получаете результат, распечатываете их. Если у вас есть наше автоматизированное заключение «Спектр», с помощью него быстро, эффективно, за 5 минут формируете заключение по этому обследованию, по каждому конкретному человеку, по этим водителям. То есть это не методика, это оболочка, объединяющая, еще раз повторюсь, все наши методики, созданные в лаборатории психологического обеспечения НПЦ АКМЭ. Собственно, на этом все. Благодарю за внимание и удачи вам!